Наш Артем, он пока что не такой уж красивый, усовершенствованный, ну, как тот же Владивосток. Так думает большинство молодых людей нашего города. Но объективную реальность можно изменить, считает глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон. Об этом он рассказал на встрече со студентами Артемовского филиала в ГУЭС. Вот мы здесь все сидящие, мы дальневосточники. Мы особенные люди, мы люди большей души. Встречу со студентами глава города начал с главного – с разговора об отношении человека к месту его проживания. Артем – динамично развивающийся город, и еще неизвестно, какие профессии потребуются на рынке труда в ближайшем будущем. И администрация крайне заинтересована в том, чтобы образованные молодые люди оставались в городе. ГУЭС, он отличался всегда своей такой подвижностью. Если необходимы были специальности в той или иной сфере, ну, очень быстро руководство университета получали лицензии по образованию потом по той или иной направленности. И наши специалисты, вы в том числе, приходили на работу в наши предприятия. Студенты задали главе много вопросов, от глобальных до частных. За автовокзал заходишь, и там есть магазин такой, цветы. Ну и там железная дорога. Спускаешься, и вот она лежит. Ну и вокруг не прибрано. Когда она замерзает, очень скользко идти. Поэтому я задавал вопрос. Для меня этот вопрос актуален. Ты услышал ответ мэра? Конечно, услышал. И он сказал, что проработает этот момент. То есть я покажу ему дорогу, скину на WhatsApp, о которой говорил, и он примет соответствующие меры. Я поняла, что госструктуры не так далеки от общества. Но он заинтересован в нас, в молодежи. Когда услышала, что как-то все это так развито, что это так просто на самом деле найти там себя, и рассказали о разных структурах, там, о людях, которые вот помогают вот этому всему развитию, и как-то ты вот так сидишь, думаешь, ну, я тоже могу в этом поучаствовать. Если он возьмется за город отлично, то я думаю, что Артем даже преобразит. Артем с его планами на развитие, безусловно, нуждается в новых креативных идеях, реализация которых невозможна без кадрового резерва. Для этих целей лучше всего подходят именно студенты и выпускники Артемовского филиала в ГУЭС, как социально адаптированная часть молодежи. За ними и другие подтянутся.